Друзья, всем привет! Как же долго я мучился с таким телевизором LG Flatron Digital E. И вот бывает такое, когда хочешь убавить или прибавить звук, да, а у тебя телевизор работает только с приемником. И когда нажимаешь убавить, прибавить звук, появляется вот такое все, а пульта нет. Вот что делать? Как поставить IV-канал? Меня даже пытались разыграть, якобы телефон, а и телевизор у нас сенсорный. Я весь экран обтыкал, куда можно бить, побил. И сколько ковыряюсь, я в итоге нашел, как попасть в IV-канал. Вот он и то еще перепрыгивает. Ага, в итоге он вылетел. Вообще вылетел. Кнопки у нас такие вот. Угу. Ну. Оп. Все. Ну, наконец-то. Пользуйтесь, ребят. Я так обрадовался.